Өздеріңіз көргендей, мен бірнеше рет эксперимент жасап көрдім. Эксперименттің нәтижесі өте қуанарлықтай жағдай деп айта аламын. Осындай қиын кезеңді бастарынан өткізіп жатса да, өзінің шыншылдығын, шынайылықтарын жоғалтпаған азаматтарды көруге болады. Осындай адамдардың арқасында біздің елде сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ екендігіне әбден көзім жетті деп айтсам болады. Сегодня к вашему вниманию я проведу социальный эксперимент. Как вы видите, идет девушка. Девушка, подождите, у вас упало. Спасибо большое. Спасибо вам. А как вас зовут? Проверим еще раз. Девушка, подождите. Девушка, подождите. Видите, мы провели социальный эксперимент. Существует два типа людей. Кто-то поступает по совести, а кто-то нет. Мы надеемся, что вы все будете поступать по своей совести.